Всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. У нас, ребята, классные новости. Hills of Steels опять обновился. Игрушки уже 3 года, поэтому разработчики выкатили обновление. Они придумали кланы. Ребята, появляются кланы. Конечно же, это какая-то пародия опять на Brawl Stars. Но все равно, давайте создадим сегодня свой клан и посмотрим, что у нас из этого получится. Быть может, мы скоро с вами будем уже сражаться с другими танкистами из других кланов. Так, что у нас здесь есть? Представляем кланы. Теперь вы можете играть в еженедельные события кланами, а в будущем еще больше возможностей. Так, ну поехали, ребята. Забираем ежедневную награду. Такс. Где у нас кланы? Вот, ага, смотрите, ребята, обновили немного менюшку. Появились опять новые значки. Казалось, недавно все это уже было обновлено. Так, что у нас здесь в магазине? Ежедневные. Давайте ежедневные предложения позабираем. Окей. Так, все, больше ничего нет. У нас, ребята, смотрите, кланы. Значок клана. И мы сейчас что, будем создавать клан? Так, появилась пока иконочка. Иконочка какая-то. Создать. Ну, давайте нажимаем создать. Что? Название клана. Ну, я думаю, по традиции напишем, наверное, Никита, можно дефисы ставить? Нет, нельзя. Никита, ТВ, Геймс. А слэш можно? Нет, слэш тоже нельзя. Ну, значит, как Бравл Старс, Никита, ТВ, Геймс, Ютуб. Что-нибудь такое сделаем. Так, окей. И описание. Так, все, описание я добавил. Ну что, теперь нам нужно еще выбрать значок. Значок просмотр. Так, какой-нибудь... А, значок фон... Давайте, ребята, такой черепок, наверное, сделаем на черном фоне. Местоположение. Я из Беларуси, пускай так все и остается. Хотя можно, наверное, поменять какие-то другие флаги. Можно вообще интернационально поставить. Нет, пускай, наверное, ребята, остается из Беларуси. И требуемый, требуемый рейтинг можем количество медалей задать. Ну, давайте, ребята, нулевой самый ставить не будем. Такой минимальный порог, пускай будет на первое время 50 этих медалей, если никто не будет вступать, тогда может понизим или наоборот повысим. Все, клан мы создали. Так, Никита ТВ Геймс Ютуб. 20 самоцветов стоит. Ну что, ребята. Итак, ребята, клан мы создали. Были какие-то проблемы, видно, на сервере, потому что никак не появлялась вот эта вот менюшка. Поэтому видео пришлось немножко позже выпустить. Что мы видим? У меня почему-то флаг. Флаг, смотрите, стоит в Финляндии. Очень странно. Давайте нажмем редактировать. Какие-то немного, видно, есть сбои. Так, все, флаг мы поменяли. Смотрите, есть идентификатор клана. Если кто-то хочет присоединиться, обязательно вводите вот эти вот символы. И я уже смотрю, кто-то отправил запрос для того, чтобы к нам вступить в клан. Все, ребята, я принял. Хорошо, у нас, смотрите, у нас уже появился Денис, второй участник. Теперь нам только что остается ждать, когда начнутся эти сражения между кланами. Давайте посмотрим на таблицу. Так, они уже походу идут. События заканчиваются через 19 часов. Игроки. Так, странно, ребята. Вот здесь непонятно, как нам завоевывать кубки. А это что такое? Так, здесь мы можем находить кланы. Ну, в общем, пока, ребята, непонятно. Может, будут какие-то сражения между кланами. Так, здесь какое-то событие. Опа, ребята, смотрите, бесплатно мы можем получить сундучки самоцветные. Давайте все самоцветы пособираем. Что-то очень много, ребята, их. Смотрите, сколько. Ё-моё. Может, это какой-то глюк? Посмотрите. Самоцветов куча просто. И сундучков редких куча. Так, все, самоцветы все. Давайте... А нет, еще самоцветы есть. Так мы так можем спокойно самоцветов накопить, и когда появится уже следующий танчик, мы его сразу с вами откроем. Ну давайте еще открываем, ребята, редкие сундуки. Вот это какая-то везуха. Напишите в комментах, у вас тоже столько выпадает сундуков, самоцветов. Давайте посмотрим. Сейчас в итоге мы таким образом сможем нехило так прокачать все эти гаджеты для танчиков. Так, еще здесь у нас сундучок остался. Нормально, Джокер, Напалм, Феникс, Баллиста, все, все сейчас с вами прокачаем немного. Монетки нам не нужны.
Так, еще, ребята, редки, давай посмотрите, сколько этих сундуков мы открываем. Жнец, авиаудар, феникс, напалм, баллиста, мамонт. Ё-ма, еще два. А здесь нам что выпадет? Джокер, мамонт, мина, арахнит, мина. Тесла, силовой щит, кобра, баллиста, мина. Йо, ух ты, еще один. Так, последний. Кобра, мина, титан, авиаудар, скорпион. И самоцветов даже парочка прилетела. Все. Ух ты, здесь мы все позабирали. Плюс ежедневные забираем. Так, ну что, все, ребята. Все, мы прокачались. Давайте сейчас попробуем сыграть. Давайте возьмем режим 2 против 2. Но перед этим пока те усилители, которые мы с вами пооткрывали, можно их прокачать. Так, хорошо. Мы что возьмем? Силовый щит? Нет, давайте возьмем напалм. Напалм для скорпиона. И попробуем сейчас немного насобирать медалек. Так, мы против баллисты. Здесь баллиста и кобра. Ну, я думаю, я сейчас быстро сам их поуничтожаю. Стреляем, стреляем. Поехали. Напалм. По-моему, напалм немного обновился, ребята. Тихонько, тихонько. Моего чувачка уже вынесли. Все, ребята, я же говорил, я добью. Много медалек подсобирали. Награда за серию побед. Так, давайте еще разок. Можно взять арахнида. Что у нас здесь для арахнида? Появилась мина. Вот давайте, ребята, мину, наверное, мы с вами сейчас и испытаем. Так. Джокер и кобра. А у меня Тесла. Ну что, погнали. Я думаю, сейчас Тесла накинется. Мы даже мину, может, не успеем поставить с вами. Я подойду поближе. Ух ты, мне ремкомплект дали. Так, пускай они к нам подъезжают. Здесь минка стоит. Хорош. Ребята, он нарвался на мою мину. Давайте эту кобру добьем. Без проблем, без проблем. Идем дальше. Так, давайте еще разок. Следующий у нас танчик. Мамонт. Что у нас для мамонта выпало? Авиаудар 6 уровень получается. Уже мина 4 уровень. Ну, давайте авиаудар. Оставляем авиаудар. Сейчас попробуем. Главное попасть. Ух ты, нет. Ребята, два титана. Это жестко. Сейчас надежда вся будет на авиаудар. Два титана, это очень жестко. Поехали, авиаудар сразу скидываю. Я надеюсь, что я попал. О нет, они авиаудар скинули. Да все, ребята, без вариантов. Так, ну я сохраню свою серию побед, потому что там будут, по-моему, дальше сундучки появляться. Все-таки не хочется ее терять. Ну что, давайте еще раз. Какие-то, я вина авиаудар скинул не вовремя. Ну, вроде сейчас послабее ребятки против меня. Мамонт классный танчик, но вот попасть им его уж сильно начинает колбасить. Ух ты, мы обменялись. Я авиаудар, они меня подожгли напалмом, еще ракетку. Еще и авиаудар скинули. Так, давай, давай, нам главное попасть. Попал? Нет, не попал. Ё-моё. О, попал. Да блин, да промазал. Да ё-моё, ну как его жестко колбасит, смотрите. Нет, я, короче, лучше отойду. На, получай. Фу, 50 монеток мы с вами заработали. Так, окей, здесь у нас сундучок висит. Давайте теперь один против одного. Тесла, что мы у нас для Тесла выпало? Ремкомплект, мина, 5 уровень и силовой щит. Ну давайте, наверное, возьмем с вами и испытаем силовой щит. Никогда особо силовой щит не используем, сейчас попробуем. Так, погнали. Пока нет никого, а вот он. Я на силовом щите, к нему поближе подберусь. Фу,
Мы проехали. Ух ты, ух ты, что он делает? По-моему, ребята, ракетки не отображаются. Какой-то глюк. Да? Смотрите, ракетки не видно. Вообще непонятно, чем стреляет эта Катюша. Какой-то глюк. Так, следующий танчик. Давайте, ребята, посмотрим, что у нас здесь для Атласа выпало. Взрывная волна и тоже минка. Сегодня какие-то одни мины пошли, но я использую, буду использовать взрывную волну тогда. Пускай взрывная волна. Так, погнали. Атлас. Очень сильный танчик, но медленный. Так, давайте здесь где-нибудь встанем в засаде. Так, пошли, пошли, ракетки, ракетки. Нормально, ребята, мы его гасим. Ух ты, смотри, сколько он мне отнял. У него очень был крутой. Фу. Взрывная волна у него была очень крутая. Мне реально он отнял много жизни. Сразу половина жизни где-то утекло. Так, ну я пока так и не понял, что у нас для кланов. Почему пока никаких испытаний не появляется. Так, давайте еще этот сундучок откроем. Смотрите, для клана ничего нет. Есть тачдаун, но тачдаун это же не битва кланов. Мне интересно, как нам сражаться кланами. Так, ух ты, можно повысить. Смотрите, я зашел в профиль участника. А, так стопки, у него уже... Смотрите, ребята, все, я понял. Видите, мы играем в эти еженедельные события. Смотрите, Денис уже, получается, поиграл в тачдаун. У него там 8 кубков капнуло. И тем самым мы, зарабатывая эти кубки командные, поднимаемся вверх по турнирной таблице. Так, ну давайте перейдем тогда в тачдаун. Так, тачдаун, тачдаун. Ну, я думаю, возьмем скорпиончика. Все-таки самый мощный танк. Так, погнали. Атласа здесь точно не вариант брать, слишком он медленный. Так, скорпиошка. Я еще напалмом их подогрею. Хвостом добьем. Все, ребята, смотрите, как мы на изи просто забили. Так, второй раунд. По той же схеме, наверное. По той же, ребята, схеме. Смотрите, без проблем. Ну, скорпион это, конечно, вышка. Очень, очень мощный танк. И если честно, я никогда не играл против скорпиона. Почему-то компьютер никогда против меня не ставит скорпионы. Смотрите, на изи. Просто давим и выносим. Все, ребята, мы победили. Ну что, нам какие-то кубки сейчас подкинут? Так, с ней понятно. Выходим. Переходим в клан. Да, ребята, смотрите. У меня есть один кубок. Все, теперь понятно. Вот такая у нас получается командная игра. Мы собираем кубки вместе с нашим кланом и поднимаемся вверх по турнирной таблице. Смотрите, мы сейчас на 1009 месте. Ну что, на этом все, ребята. Обязательно присоединяйтесь ко мне в клан Никита ТВ Геймс YouTube. Либо вводите идентификатор клана, вот эти вот буквы. Пока принимаю всех. Можно, видите, 20 участников. Первые 20 человек без проблем ко мне вступят. Ну что, на этом все. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.